Привет, друзья! С вами компьютерный портал f1cd.ru. Предлагаем вашему вниманию обзор смартфона Etoline ETLS-5042. Корпус устройства изготовлен из матового белого пластика с приятной фактурой, снижающей скольжение в руке. На лицевой панели разместились экран диагональю 5 дюймов, решетка разговорного динамика, датчики освещения и приближенности, фронтальная камера, подсвечиваемые бирюзовым цветом сенсорные кнопки. На правом боку находится качелька регулировки громкости и кнопка питания. Порт microUSB примостился на левой боковине. На верхнем торце расположен разъем для наушников. Отверстие разговорного микрофона поместили в центре нижней грани. Задняя панель устройства несет на себе решетку медиадинамика, объектив камеры разрешением 8 мегапикселей с автофокусом, светодиодную вспышку, микрофон и логотип бренда. В смартфон можно установить две сим-карты для работы в режиме ожидания. Самому себе не позвонить, но зато качество связи с собеседником не уступает более дорогим аппаратам. Чехол-книжка заменяет собой заднюю крышку, так что потерять его можно только вместе с телефоном, а толщина устройства увеличивается лишь минимально. Смартфон основан на четырехъядерной платформе MediaTek MT6589M с тактовой частотой 1,2 ГГц. Для работы операционной системы Android 4.2 имеется 1 ГБ оперативной и 4 ГБ встроенной памяти. Браузер Google Chrome на смартфон уже предустановлен и позволяет весьма комфортно серфить по сети благодаря большому экрану и быстрой начинке. Измерив скорость работы модуля Wi-Fi, мы получили в среднем 29 мегабит в секунду на прием и 27 мегабит в секунду на отправку данных. Трехмерные приложения порадовали нас стабильным потоком кадров и полным набором спецэффектов. Видимо, графические движки сочли аппаратную платформу достойной воспроизведения всех игровых красот. Экран смартфона диагональю 5 дюймов изготовлен на базе IPS-матрицы разрешением 940 на 560 точек, что дает сочные цвета и большие углы обзора. Аккумулятор устройства при циклическом проигрывании ролика 480p с включенным Wi-Fi и на максимальной яркости подсветки экрана поддерживал жизнь устройства на протяжении 9 часов 21 минуты. Зарядка заняла 3 часа 8 минут. Стоимость Etoline ETLS-5042 на момент тестирования составляет примерно 6800 рублей. За четырехъядерный смартфон с хорошим большим экраном, интересным чехлом и приличной тыловой камерой такая цена вполне адекватна. Модель может прийтись по вкусу как представителям сильного пола, так и девушкам за счет приятного дизайна и быстрого Wi-Fi для активного общения в социальных сетях. Обзоры смартфонов и последние новости по теме читайте на компьютерном портале f1cd.ru в разделе «Мобильные технологии».